Всем добрый вечер. Меня зовут Ольга, и добро пожаловать на презентацию первого в мире децентрализованного фонда поддержки TronChain. Что такое TronChain? TronChain – это смарт-контракт, который является частью экосистемы, которая сейчас на наших глазах формируется, децентрализованных финансов. Что такое децентрализованные финансы? Это собрание различных проектов, которые предоставляют финансовые услуги. Децентрализованные финансы – это альтернатива нашим обычным, привычным нашему глазу и нашему уму финансам. В частности, это обыкновенные наземные банки, финансовые учреждения различные. И теперь все это переходит в сеть, и все теперь находится уже, так сказать, в интернете. Чем отличается наша экосистема, которая сейчас вот уже строится? Тем, что все наши проекты, все наши части этой децентрализованной финансовой системы, они будут делаться на смарт-контрактах. То есть полностью обеспечена безопасность наших финансов и наших взаимодействий друг с другом. И TronChain – это второй смарт-контракт уже в нашей экосистеме. Первый смарт-контракт нашей экосистемы – это EtherChain на блокчейне эфириума и на монетке эфир. Итак, идем дальше. Для чего же это все сделано? А сделано это для того, чтобы мы могли поддерживать друг друга. И пройдемся очень коротко для тех партнеров, которые еще не часто сталкивались со смарт-контрактами, что же это такое. Смарт-контракт – это самоисполняющаяся программа, которая запрограммирована по определенному алгоритму и развернута в общедоступной сети блокчейн. Смарт-контракт может хранить определенные суммы денег, выполнять переводы и много других функций. И эти функции активируются, когда выполнены определенные условия контракта, которые прописаны наперед. Смарт-контракт обладает такими характеристиками. Он неизменен, когда его создают после верификации и прохождения аудита. Смарт-контракт уже не может быть изменен, не может быть дополнен. Мы имеем постоянные определенные алгоритмы, по которым мы работаем. Это защита от взлома. Для того, чтобы взломать верифицированный смарт-контракт, это необходимо взломать блокчейн эфира или трона. На сегодняшний день это, ну, скажем так, максимальная защита, потому что пока еще никому это не удавалось сделать. Следующий момент, следующая характеристика – это справедливость, честность и равноправность для абсолютно всех партнеров. Потому что вот программа, она не выбирает, кому больше, кому меньше, кто ближе, кто дальше. Все в одних условиях и все равноправны абсолютно. И очень важная характеристика для смарт-контракта – это полная прозрачность. Зайдя на сайт блокчейна эфириума или трона, заходя туда, мы можем посмотреть полностью все транзакции, всю информацию, все в открытом доступе. Код смарт-контракта также в открытом доступе, и каждый может посмотреть и сделать для себя как аудит или какую-то проверку. Абсолютно полная прозрачность. Смарт-контракт действует строго в соответствии с заранее написанными правилами, заранее написанной программой. Не больше и не меньше. Она не меняется, она постоянная все время работает. Смарт-контракт на 100% децентрализованный. Что это означает? Это отсутствие возможности управления со стороны компании, органа контроля над смарт-контрактом каких-то людей или групп людьми. Он не может быть остановлен, не может быть выключен, включен, дополнен, исправлен. Полностью все после верификации, доступ к нему закрывается, и он действует абсолютно самостоятельно, автоматически. Нет никаких ограничений на то, что смарт-контракт может сделать. Когда он создается, в него могут быть внесены любые необходимые функции согласно тому видению, которое вкладывают в это
люди, которые создают этот смарт-контракт. То есть фактически он любого вида деятельности. И смарт-контракт существует только для того, чтобы просто выполнить действие автоматически на то, что он запрограммирован. И вот при определенных условиях, которые выполняются, выполняются следующие функции, и так идет этап за этапом. И нет необходимости вмешательства третьей стороны или человека, или группы людей. Он работает полностью самостоятельно. Что же такое смарт-контракт Tron Chain? Он был разработан для предоставления каждому человеку, который приходит в нашу экосистему DeFi и регистрируется в смарт-контракт Tron Chain. Он дает возможность получить помощь от сообщества Tron Chain, которое образовалось уже вокруг этого смарт-контракта. И когда мы вносим свои троны на смарт-контракта в блокчейне Tron Chain, в блокчейне Tron, тем самым мы активируем свой контракт и имеем возможность получать обратную поддержку от членов сообщества. Tron Chain на 100% децентрализован и является проектом на базе сообщества. Это означает, что в этом проекте нет никаких дополнительных прибылей. Все, что вы получаете от Tron Chain, получено от других членов сообщества, так как это модель поддержки P2P. Вы поддерживаете участников сообщества, а они поддерживают вас. И Tron Chain можно рассматривать как своеобразную кассу взаимопомощи для людей, которые участвуют в этом смарт-контракте. Нет ни посредников, ни собственников, ни владельцев. Нет взаимодействия между компанией и человеком. Нет никаких вот таких моментов, которые как-то не дают возможность гарантировать справедливость для всех участвующих партнеров. Все партнеры абсолютно равноправны и участвуют. И их средства в соответствии с правилами смарт-контракта также участвуют в этом развитии сообщества и во взаимопомощи друг другу. И на сегодняшний день это самая разумная, безопасная, передовая финансовая модель поддержки, которая доступна людям. Кроме всего остального, она еще, как я уже говорю, все это вот время с вами, которое мы говорим, это на смарт-контракте. То есть полная гарантия безопасности и надежности. Когда мы отправляем наши троны в фонд сообщества Tron Chain, мы активируем код контракта, и уже через 24 часа мы получаем свой первый 1% ежедневного дохода. Получаем уже свой первый доход. 1% от суммы вашего взноса. И вы его будете получать ежедневно до тех пор, пока вы не достигнете 310% от суммы вашего депозита. 310% от суммы вашего депозита вы получаете 4 различными способами. Один из них полностью пассивный и 3 через маркетинг. Когда 310% начислений получено любым из 4 способов, можно сделать новый депозит такого же номинала или большего. Чтобы активировать новый цикл 310% после этого и продолжить получать выплаты от фонда. Какие же это 4 способа получения дохода? Первый из них – это 1% ежедневной прибыли от суммы депозита. Максимально 310 дней. Это полностью пассивный доход для всех участников сообщества без исключения. Второй вид дохода для активных партнеров – это 10% прямой реферальный доход для совместного распространения, роста сообщества, распространения о нем информации, популяризации. Третий вид дохода – это доход с прибыли ваших партнеров на 15 поколений в глубину. От 30% первой линии до 5% 15-й линии в зависимости от количества ваших лично приглашенных партнеров в первой линии. И четвертый вид дохода в Tron Chain – это ежедневный лидерский спонсорский пул, 3% от всех депозитов в Tron Chain. Как работают каждый из этих видов дохода, мы сейчас посмотрим немножко подробнее. Значит, первый вид дохода – это 1% от суммы вашего взноса, который вы получаете ежедневно на полном пассиве до того момента, пока вы получите 310% от своего депозита. Предположим, что вы поддерживаете фонд на сумму 1000 тронов, и теперь вы можете получить обратно 3100 тронов.
Каждые 24 часа вы будете получать 10 тронов, максимум 310 дней. Или до тех пор, пока вы не получите 310% дохода любым другим возможным способом из четырех вышеперечисленных. От того, в зависимости, что случится раньше. Если это полный пассив, значит 310 дней. Если вы немножко поработаете активно, значит ваш возврат 310% будет быстрее. В зависимости от вашей активности. Второй вид дохода – это 10% прямой реферальный доход. Что же это такое? Это 10% от суммы взносов ваших прямых рефералов первой линии. Например, депозит партнера составляет 1000 тронов, тогда вы получаете 10% 100 тронов прямого реферального дохода. И хочу подчеркнуть, что нет никаких ограничений на количество прямых партнеров вашей первой линии, которые вы можете иметь. Это абсолютно неограниченное количество. Может быть, сколько вы хотите, 100, 200, 300, 400 человек, сколько вы захотите. Следующий вид дохода – это матчинг-бонус. Очень интересный вид дохода, и для активных партнеров он очень интересен. Доход основан на ежедневной прибыли 1% от заработка ваших партнеров. И начисляется он в тот момент, когда ваш нижестоящий партнер делает вывод накопленной суммы 1%. На свой внешний, ну как, на свой кошелек личный. Что это означает? Это означает, что каждый день все ваши партнеры в глубину получают свой доход 1%. И вот процент от этого дохода, в зависимости от количества партнеров ваших личных в первой линии, и в зависимости от того, в какой линии находится ваш партнер, вы получаете вот в таком размере. От первой линии вы получаете 30%, со второй по пятую линию вы получаете 10%, с шестой линии по десятую линию вы получаете 8%, и с одиннадцатой линии по пятнадцатую линию вы получаете по 5%. Значит, смотрите, когда у вас в вашей первой линии один партнер, вы получаете матчинг-бонус с одной линии, с вашей первой линии. Если у вас в вашей первой линии 5 партнеров, вы получаете матчинг-бонус с 5 уровней в глубину. Если у вас 10 партнеров в первой линии, вы получаете с 10 уровней в глубину. Если 15 партнеров, значит, вы получаете максимальный матчинг-бонус с 15 уровней в глубину от всех ваших партнеров. Если у вас в первой линии, допустим, вы пригласили 50 человек, то от всех 50 человек вашей первой линии и от всех их структур в глубину до 15 линии вы получаете матчинг-бонус. Это очень доходное, очень прибыльное и очень интересное, особенно для активных партнеров, вот такая вот возможность получения прибыли. Следующий у нас, следующая возможность заработка – это для очень таких активных лидеров, которые приглашают много. Это топ-лидер пул. 3% от всех депозитов, которые поступают в TronChain, добавляются в ежедневный лидерский спонсорский пул. И 10% уже от этого пула начисляются в качестве бонусов 4 лучшим спонсорам по количеству эфира по итогам каждого дня. Остальные 90% из этого пула идут в пул для следующего дня и увеличивается в следующий день вознаграждение в этом пуле. С каждым днем вознаграждение этого пула становится все больше и больше. Как же распределяются эти 10%, которые идут на вознаграждение? Из этих 10% 40% идет на вознаграждение первого места, 30% второго места, 20% третьего места и четвертое место получает 10%. Таким образом работают наши 4 вида дохода. И сейчас вот посмотрим, сколько же можно делать взносов и как по суммам делаются эти взносы. Когда вы регистрируете свой аккаунт, первый раз делаете депозит. Свой первый депозит вы можете сделать
в рамках от 100 тронов минималка до 100 тысяч тронов максимально. Когда вы достигаете 310% по своему первому депозиту, вам необходимо сделать второй депозит, и вы, уже делая второй депозит, в втором депозитном цикле, можете сделать свой повторный взнос равным предыдущим, либо больше предыдущего, но не больше 300 тысяч тронов. Когда вы делаете свой третий депозит, в третьем депозитном цикле вы можете сделать взнос равным предыдущим, либо больше предыдущего, но не больше 900 тысяч тронов. И когда вы делаете четвертый депозит свой, и все дальнейшие депозиты после четвертого, вы можете также сделать его равным предыдущему по сумме, либо больше, но не больше, чем 2 миллиона тронов. Количество циклов, то есть депозитов повторных, не ограничено. Вы можете делать любое количество депозитов. И очень часто депозиты возвращаются 310% намного быстрее, чем 310 дней. Особенно для активных партнеров. А как же происходит распределение денег из нашего общего пула? Значит, как вы видите здесь на слайде, все новые депозиты, повторные и новые депозиты вышестоящих спонсоров, все собираются в один общий пул, в один такой вот бассейник. И вот из этого бассейника распределение денег идет таким образом. 5% – это комиссия платформы. 3% – это комиссия лидерского пула. 10% – это прямой реферальный доход партнеров с первой линии. А 82% хранится на смарт-контракте вот в этом бассейнике и распределяется через ежедневные 1% начисления доходов на наши вложенные депозиты. Вот таким образом распределяются деньги в смарт-контракте TronChain. И сейчас вот хочу еще остановиться на таких важных моментах, чтобы это более четко у вас отложилось, и чтобы вы более четко понимали, как работает этот смарт-контракт. TronChain – это проект на основе сообщества. 100% децентрализованный, основанный на P2P-транзакциях, которые осуществляются через смарт-контракт. Следующий момент. Когда получено 310% прибыли, может быть сделан новый депозит, чтобы продолжать зарабатывать или получать начисления любым из четырех способов дохода. Следующий момент. Минимальный вход – это 100 тронов, и он открыт для всех участников. Никаких ограничений. Любой человек из любой страны может подключиться к этому смарт-контракту и быть участником нашего сообщества. Следующий момент. Нет необходимости приглашения рефералов для того, чтобы получать 1% от суммы вашего депозита ежедневно в течение 310 дней. Это 100% пассивный источник дохода. Следующий момент – это чтобы увеличить скорость получения ваших 310% по вашему депозиту, вы можете немножко поактивничать, поработать с вашей командой, построить свою команду и получить реферальные за распространение информации и популяризации фонда сообщества TronChain. И как, благодаря этому, за счет реферальных, вы быстрее намного достигаете 310% от своего дохода, от своего депозита. И после этого, делая следующий депозит, вы можете его увеличить и можете продолжать получать свои реферальные и получать следующие 310% на ваш взнос. И следующий момент это то, что сейчас, в данный момент, создатель этого смарт-контракта, этой экосистемы, разрабатывает и уже внедряет уникальную экосистему услуг DeFi для того, чтобы поддерживать фонд TronChain на блокчейне Трона. И то же самое зеркально происходит на блокчейне Эфириума. Будут также уже присоединяться в ближайшем будущем следующие смарт-контракты, следующие программы, которые будут, в свою очередь, поддерживать EtherChain. У нас экосистема вот формируется на двух блокчейнах,
зеркальном отражении на блокчейне Эфириума и на блокчейне Трона. И уже в ближайшие недели будет добавлено еще два смарт-контракта другого, так сказать, направления, но на базе финансовых услуг, которые, я думаю, будут интересны очень многим людям. Но важно понять, что присоединиться к последующим смарт-контрактам можно будет только через фонд Tron Chain на блокчейне Трона и через фонд Ether Chain на блокчейне Эфириума. Это, так сказать, у нас входные ворота на блокчейн Эфириума и на блокчейн Трона. И дальше, уже после регистрации в этих фондах, мы согласно вот своим кошелькам, со своими кошельками можем идти дальше во все следующие проекты. Вот так вот формируется у нас сейчас эта экосистема. Она абсолютно будет, все проекты этой экосистемы будут на верифицированных смарт-контрактах, которые будут проверяться, проходить аудит, и можно будет удостовериться, что нашим финансам и нашим, так сказать, усилиям в построении команд и приглашении партнеров ничего не угрожает, что эта экосистема формируется на длительный период.